В выборе специализации выпускников 2017 года по результатам профориентационной работы отраслевых министерств лидирующие позиции заняли такие направления, как инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, а также сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. Об этом сообщило Министерство образования и науки Республики на аппаратном совещании в правительстве. Так, по данным ведомства, в текущем году из 2173 выпускников школ в высшие и среднеучебные заведения поступили 2007 человек. По сравнению с данными прошлого года, рост составил более 8%. В этом году в вузы поступили 920 человек, из них 573 школьников в Тувинский госуниверситет. В средних учебных заведениях учебу продолжат более 1000 студентов. Из 450 участников губернаторского проекта в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием, более 160 выпускников этого года поступили в вузы страны, еще 242 человека в среднепрофессиональные учреждения. В этом году был обозначен 60-процентный показатель поступления среди участников проекта. План перевыполнили в Тесхемском, Эрзинском районах и городе Кызыле. Показатели выше 50% достигли Кызылский и Мангунтайгинский районы.